Умный робот-пылесос со станцией самоочистки. На распаковке робот-пылесос Xiaomi Robot Vacuum X10. В комплекте с ним идет крупная док-станция с адаптером питания, резервуар для воды и контейнер для пыли, основная и боковая щетки, насадка для влажной уборки и другие аксессуары. Плюс пользовательская документация. Визуально пылесос не отличается от собратьев. У него лаконичный белый корпус диаметром 35 см и высотой 10 см. Сверху, помимо сдвоенной кнопки включения и возврата на станцию, расположен лазерный датчик для сканирования пространства и точной навигации. Под откидной крышкой спрятан пылесборник объемом 400 мл. Снизу находятся три колесика. Два больших по краям и одно маленькое в передней части корпуса. За сухую уборку отвечает съемная турбощетка с жесткой щетиной и боковая щетка для сбора пыли вдоль стен. Мощность всасывания в 4000 паскалей позволяет легко собрать пыль, волосы и другой мелкий мусор. Для мокрой уборки внизу крепится контейнер объемом 200 мл и салфетка из микрофибры. Этот пылесос рассчитан на обслуживание площади до 120 квадратных метров. Автономность модели ограничена 2 часами. Для полной зарядки ему нужно 6 часов. Если пылесос разрядится посреди уборки, он сам отправится на док-станцию, а затем продолжит уборку с того места, где закончил. Также на док-станции пылесос автоматически выгружает мусор в большой одноразовый мешок. Для удаленного управления устройством предусмотрено приложение на смартфон. Оно позволяет задать график уборки или вариант передвижения по комнатам. Этот робот-пылесос от Xiaomi пригодится для ежедневной сухой и влажной уборки большой квартиры или дома до 120 квадратных метров. Его главное достоинство – станция самоочистки, которая избавит вас от рутинной ручной очистки пылесборника.